Мы с мистером Кэшем сожалеем о кончине твоего дедушки, но мне надо отвезти тебя в детдом. А что будет с животными? Они моя семья. Я позабочусь о них, раз уж я все равно покупаю эту лачугу. Ух ты! Ты это о чем? Там единорог. Ну, он там был, я клянусь. Они существуют. Ты опять заладила про единорогов? А ты на маскарад, что ли, собрался? Прояснилось насчет отца. Его нет не просто так. Не оставляйте меня здесь. Я скоро вернусь, обещаю. Офицер Харт, это Натали Эванс из службы защиты детей. Не понимаю. Свидетельство о рождении? Я здесь не останусь. Я нужна моим питомцам. Кто там? О, так это ж я тебя видела утром. Ты прям как настоящий единорог. Ты настоящий! Я отец. Это точно. Поздравляю, старик. Иди, стань для нее семьей. Я снова сбегу. Можно я с тобой? Из моего детдома никто не может сбежать и остаться при этом безнаказанным. Я назвала его Спарклом. Познакомимся с остальными. Такая красивая. Жалко, меня не было рядом. Что вы здесь делаете? Аннабель снова сбежала из детского дома. Пусть только попробует помешать мне с покупкой. Защити нас, Спаркл. Что произошло? Я только что увидел лошадь с рогом. Прошу, чтоб ты, единорог, желание воплотить помог. И не каприз это вовсе. Мое сердце чисто, не бойся. Не волнуйтесь, будет у вас семья. Все будет радужно. Шон Феррис, Джессика Грин, Молли Джексон. Вот какая у Спаркла цель. Что вы нам пыль в глаза пускаете? Спаркл. История единорога. Пора идти. Скорей, скорей. Спаркл.